Дмитрий Анатольевич, коллеги, рад вас приветствовать в Армении. Традиционно повестка наших двухсторонних отношений очень насыщена, и товарооборот между нашими странами неуклонно растет. Мы только что с Дмитрием Анатольевичем успели зафиксировать. За первые 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами увеличился на 23,5%. И в то же время мы обозначаем, что возможности роста достаточно большие. У нас есть огромный неиспользованный потенциал. И частые встречи в последнее время наших коллег на межведомственном уровне подтверждают это. И идет проработка достаточно перспективных предложений. Я думаю, что сегодняшняя встреча – хорошая возможность для того, чтобы обсудить вопросы нашей повестки и перспективы дальнейшего развития. Сегодня подготовлен набор документов на подписание, которые однозначно будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению нашего сотрудничества. И мы считаем, что у нас есть все возможности не только сохранить наметившуюся тенденцию в наших отношениях, но и ее ускорить. Еще раз сердечно вас приветствую, рады вас видеть. Карен Вильгельмович, уважаемые коллеги, друзья, у меня цифра лучше есть, чем ваша. Вот с января по август товарооборот увеличился на 30%. Я предлагаю ее и использовать в дальнейшем. Это означает на самом деле, что полоса сложностей экономических, она нашими странами преодолена, и товарооборот восстанавливается, надеюсь, и инвестиционное сотрудничество не будет отставать от товарооборота. Ну, самое главное, что за последнее время наши страны сумели отладить правильную модель взаимодействия не только на двустороннем треке, так сказать, но и в рамках многосторонней работы, в рамках Евразийского союза. В значительной степени, кстати, вот эти выгоды как раз с этим и связаны. И увеличение товарооборота, на мой взгляд, это тоже хороший признак того, что мы находимся на верном пути. Это касается в том числе ввоза сельхозпродукции из Федерации, это касается некоторых других направлений сотрудничества. Коллеги готовились, они готовы будут представить свои соображения, что нужно сделать, но завершим действительно мы нашу работу тогда подписанием документов. Вот. Ну и продолжим дальше общение. Спасибо. Спасибо вам. Я однозначно за, чтобы пользоваться вашей статистикой, тем более у нас есть повод к нашей статистической службе. И так есть подозрение, что она принижает определенные данные. Спасибо.